Отремонтировать мост в одном из районов Барнаула просят жители города. По сооружению в ежедневном режиме проходят сотни пешеходов и проезжают тысячи машин. О проблемной переправе барнаульцы рассказали в одной из групп в социальных сетях. Местные грустно шутят, по этому мосту только в последний путь. Переправа соединяет два берега реки Барнаулки на улице Челюскинцев. В обход сотни метров в одну сторону, в другую вовсе нет подобных конструкций. Получается, что это единственная ближайшая дорога для горожан. Вам вот не страшновато по нему вообще ходить? Не знаю, я второй раз вот прохожу, как-то не обращал внимания. Но тем не менее, вот обратите на его состояние, как вам оно? Да, ну, наверное, привычно. Как бы во всем городе всяко бывает. Пешеходы буквально рискуют жизнями при том, что для них есть отдельная дорожка. Правда, местами там отсутствует покрытие. Интернет-пользователи уверяют, без экспертиз видно, что мост находится в аварийном состоянии. Подробности сразу же после наших новостей в рубрике «Коммунальный патруль».